Доброе утро! Сегодня у нас воскресенье. Козочек накормили. Кошечек, собачек накормили. И козочек накормили. Вот. Я даже не заметила. Как ты мог не заметить, если все не вдвоем оставался? Вот у нас сегодня такой завтрак. Домашние яички вчера, которые купила. С колбаской, с сыром, с зеленью. Сейчас будем кушать. Сейчас остывает оно у нас. Ой, да. Ну, а я свой любимый кофеёк пью. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает в данный момент. Мы гуляем. Сенечка съел шоколадку, довольно едет. Зарисовал дома все ручки. Теперь у него ручки розовенькие. Кусочек нашел, что ли, еще. Сходили в магазин, купили кое-чего. Две пачки маргарина, пачка масла, хлеба и молока. Вот. Сегодня будем делать вафельки. Может, еще что-то постряпаем помимо вафелек, не знаю еще. Вот. Мороз кусает за щечки очень сильно. Вроде как обещали 10-8 градусов, у нас все 15, поэтому во дворе гулять не будем, просто сходили в магазин и все. Там где-то сзади Артип идет, я на него обиделась, он из себя строит тоже обиженного. Какие его дела? Так, сегодня мы будем готовить, будем делать вафельки венские в электровафельнице. Я их несколько лет не делала. Вот, и замаринуем грудку. Вон какая здоровенькая моя грудка. И потом ее в духовке переготовим. Сеня, забери, пожалуйста, сушилку отсюда хотя бы, а. У меня для курицы будет закончиться. Суп, куркума лучше идет, конечно. Так, а нет, вот я купила. Не помню, где пятерочки, монетки покупала. В общем, сейчас мы все это дело замочим. Ты, если будешь сейчас стучать, у нас вафли не получится. И вообще никогда не получится. Ага. Что за человечище такое? Да? Да? Сметана осталась еще немножко. Немножко сметаны осталось, я добавлю сюда майонеза. Потому что никуда она уже не пойдет. Сюда же добавлю приправы. И все. Достаточно будет эта рыба. Оф, господи. Курица очень жирная. Как я люблю есть шкурки жареные, там курицы все. Даже я не могу такую есть. Настолько она жирненькая. Так, ты мне тут не мешайся. Мне как бы самой хочется все сделать без твоей помощи. Ага. Ты как копченая, у меня вроде еще где-то было. Подсолим. И добавим, наверное, все-таки паприку копчененькую. Хотя, знаете, я не чувствую разницы, что она добавляется, что не добавляется. Пока она здесь, она пахнет. Но когда блюдо уже готово, я никакого запаха копчености не чувствую.
Ничего бы чесночка сюда добавить, но у меня сегодня какое-то настроение не очень работоспособное. Поэтому мне просто неохота это все чистить. И тому подобное. Сейчас мы это все продырявим, чтобы она хорошо все у нас пропиталась. Чтобы готовилась быстрее. Все, в общем, я потыкала. Сейчас все промажем, чтобы оно все замечательно было. Видно вам, не видно? Что ты, Архип? Все, курица замаринована. Сейчас постоит у нас она. Часа два. Будем ставить. Яйца. 3 штуки яйца. По-моему, 3 столовые ложки сахара. Вот мой любимый блокнотик. То, что нет в моих рецептах, я беру из интернета и сюда записываю. Так, 3 столовые ложки сахара. Мама! Да. Мама! Теперь это взбиваем и потом добавляем масло. Мама, можешь ее уже включить, чтобы она нагрелась? Еще надо. Успокойся. Теперь выливаем масло. 160 грамм. Холодное. Да. Да. И все взбиваем пышную. Добавляем молоко.
И взбиваем все еще. Да. Так, и добавляем ванилин. Я ванилинница. Ну все, тесто у нас готово. Старичок мой. Ого, какой горячий. Так, нет. Пробуем, что у нас из этого выйдет. Неизвестно. Ничего. Что и делать? Тесто? Да, тесто. Ты что ее ешь-то? Нельзя. Ай-яй-яй. Тесто нельзя трогать. Тесто, да. Давайте посмотрим, что. О, нифига еще совсем. Перевернем. Что-то вообще не получается, как раньше. Они у нас так и то, я из-за чего не стала их делать, потому что она хреновая. Да? Да. Это не так, просто залил и ждешь, и она готова. В том-то и дело, что ее крутить, вертить надо. Сеня! Я вообще никогда не пробовала такое, честно. Тесто. Вкусно? Блин! Нельзя. Кого это ест? Нельзя! Оно кисленькое. Вообще не вкусно. Сеня! Тесто не... Яй-яй!
тесто нельзя есть. Тесто? Да. А, ты вот это покупал на Новый год, да? Да. Я поеду с на. Тесто. Я бы тесто. Сейчас приду. Ау. Тесто. Тесто нельзя, тесто есть. Иди мультики включить тебе, братик, тебе включит мультики. Пойдешь мультики смотреть? КТ, синий трактор, пойдешь смотреть? Я пошел серию синий трактор смотреть. Мама. Беги давай, беги. Да, беги давай. Ну вот первые получились. У нас тесто маловато я положила, поэтому такая вот штучка. Еще горячая сейчас. Немножечко остынет. Попробуем, что получилось. А полу-то надо покупать новый. Вот это вот. Так себе. Архипушка, пойдем решать примеры. Айда примеры решать. Ну, вот они у меня какие получаются. Мне кажется, они не до конца пропекаются. Ну, посмотрим. Видите? Как-то тут подгорает, там не я, короче. Китайская фигня. Ну, зато из всего теста вот только осталось. Потому что все остальное вытаскали.